день, дорогие аквариумисты! Сегодня я опять на рынке купил очередное растение. Растение это довольно распространенное и всем, наверное, известное. Называется оно кабомба, очень похоже на слово бомба. Произрастает оно в Южной Америке, и многие заводят его у нас в аквариумах. Растение неприхотливое, но есть определенные требования к его содержанию. Сейчас мы посмотрим, что мне здесь в пакете положили. Значит, так, вот так вот оно выглядит. Сейчас мы его... Растение вообще написано «укореняется в грунте». Но мы его укоренять сейчас прямо при вас не будем, потому что я рубашку одел, надо мне рукава закатать тогда. А так вообще оно укореняется в грунте. Вот. Нужно сказать, что расти оно может при температуре воды от 18 до 27 градусов. Лучшая температура 22-26. Хорошо укореняется в грунте, в котором есть песок. Но большинство питательных веществ оно получает из воды. Для того, чтобы оно начало ветвиться, вот эту верхушечку можно отщипнуть. Тогда оно начнет ветвиться. Ну, так, во всяком случае, пишут опытные аквариумисты. Здесь вот, видите, рядом это людвигия растет. Дальше валеснерия идет, и там маленький лимонник. А это вот, значит, кабомба. Мы ее, конечно, укореним. Нужно сказать, что она требовательна к чистоте воды, не любит жесткую воду. И еще, значит, написано, что это растение можно размножать, отщипывая небольшие кусочки и также их укореняя. И ему нужен 12-часовой световой день при плотности освещения 0,5-0,6 ватт на литр воды. Вот, в принципе, значит, все, что я рассказать могу об этом растении. Посмотрим, как оно будет жить у меня в аквариуме. Выглядит оно как елочка, красиво. Подписывайтесь на канал, буду добавлять новые видео. Сейчас я это пореже стал делать, раньше каждый день получалось. Сейчас где-то 2 видео в неделю добавляю, но постараюсь постепенно наращивать объемы, вот, на побольше снять на новогодних праздниках. Поэтому подписывайтесь, видео все короткие. Я не профессионал, любитель, но поэтому стараюсь как-то по-простому интересно рассказать вам о всех своих новых приобретениях в сфере аквариумистики. Спасибо большое. С вами был Илья Алтуфьев.